Дорогие друзья, всем привет! Рада видеть вас сегодня на своем канале. С вами Ольга Придухина. И в этом видео сегодня мы разберемся, кому же не помогут препараты для улучшения потенции. Действительно, данный вопрос часто вы задаете. Кому все-таки нужны более радикальные методы, и не стоит даже тратить впустую деньги на вот те самые препараты для улучшения потенции. Поэтому смотрите сегодняшнее видео. Обязательно задавайте интересующие вас вопросы и делитесь вашим мнением в комментариях. Ну что, друзья, я, как вы знаете, специально для мужчин разработала препарат «Мужская мощь» доктор Ольга Придухина. Абсолютно натуральный состав помогает восстановить потенцию, профилактировать развитие сексуальных дисфункций, улучшить либидо, улучшить качество сперматозоидов и повысить уровень тестостерона. В своем составе содержит цинк, селен, витамин С, витамин D3, натуральный экстракт женьшеня и ее химбина, которые являются природными афродизиаками, адаптогенами и оказывают воздействие практически с первых дней приема. Принимать по одной капсуле два раза в день, банки хватает на курс, на месяц. Но при регулярном длительном приеме мы видим самые хорошие, самые мощные результаты. Так вот, и почему я начала сразу говорить про свой препарат? Потому что препарат действительно действенный. Он не содержит тяжелых металлов, красителей, ароматизаторов, фенолов, да, что позволяет принимать его долго и длительно для достижения самых хороших результатов. Как я уже сказала, увеличивает общий тонус организма. И многие мужчины, кто принимает мужскую мощь, отметили потрясающие результаты, да, и в качестве иммунитета, и в качестве сил, да, что стали лучше себя чувствовать, стали более работоспособные, меньше стали болеть. Эти все эффекты действительно потрясающие. Плюс ко всему, мужская мощь обладает таким составом, который воздействует на потенцию практически, как я сказала, с первых дней приема. Но если у мужчины мы видим серьезнейшие сексуальные дисфункции, что вообще потенции нет, безусловно, нужно пройти обследование. И, конечно же, ожидать, что вот прям с первых дней препарат поможет, здесь не стоит. То есть тут нужен накопительный эффект. Вот недавно пришел комментарий от моего зрителя, от моего подписчика, который пишет, что принимал 2 месяца мужскую мощь, и даже когда вообще не было потенции до этого, потенция начала постепенно восстанавливаться. Я сам не ожидал такого эффекта, это дословно, да, но потенция стала намного лучше. Поэтому, если у вас сейчас нет проблем с потенцией, в качестве профилактики очень хорошо подходит. В качестве поддержания, если уже потихонечку начинаются проблемы, вы чувствуете, что потенция стала хуже, она стала слабее, какие-то вот изменения почувствовали, то в качестве поддержки мужская мощь тоже очень хорошо подходит, да, влияет на сексуальные дисфункции, то есть более становится длинный половой контакт. То есть мы избавляемся от быстрых ранних семяизвержений, улучшаем потенцию. Эти все эффекты, безусловно, очень хорошо воздействуют на мужское здоровье в целом и на самооценку мужчины. Но когда мы говорим, кому же вообще не поможет, если у мужчины есть воспалительные заболевания, и, допустим, проблемы с потенцией появились, потому что серьезный воспалительный процесс – серьезнейший простатит у мужчины, да, мужчина уже измучился, его и выделение беспокоит, и запах, и зуд, и жжение, и покраснение, и раздражение, и вот в этом случае, конечно же, нужны препараты, которые будут воздействовать на возбудитель и уберут сам вот этот фактор-возбудитель, который влияет на все вот эти вот
процессы: зуд, жжение, раздражение, покраснение, выделение, запах. Следующий очень важный момент. Следующий. Это, безусловно, мужчины, у которых затяжная сексуальная дисфункция, и мы видим проблемы с потенцией больше года. Есть мужчины, кто приходит, у кого больше 5 лет проблемы с потенцией. Да, абсолютно снижен тестостерон. А вообще не занимались своим здоровьем от слова совсем. И мужчина приходит и говорит: мне бы вот надо, чтобы восстановилась потенция, потому что у меня появилась женщина, да. И вот в этом случае требуется огромная работа. Я не говорю, что мы ее не восстановим, мы ее можем восстановить, но для этого требуется длительная работа. Здесь, конечно, за одну капсулу не восстановишь, да. И я еще раз повторюсь, что препарат «Мужская мощь» имеет накопительный эффект, то есть накапливаются витамины, микроэлементы, которые восполняют дисбалансы, и после этого мы видим хорошую потенцию. Ссылка на «Мужскую мощь» первая в описании под этим видео. Вот, но безусловно, да, есть аденома предстательной железы, при которой также препарат «Мужская мощь» не поможет. Есть много-много разных неприятнейших заболеваний, которые как раз-таки провоцируют сексуальные дисфункции и нарушение состава вообще спермограммы, да, то есть из этого женщина не может забеременеть даже при регулярной половой жизни и отсутствии у себя проблем со здоровьем. В этом случае, безусловно, требуется комплексное обследование. Никто мне пишет, что «Мужская мощь» мне не помог, я всегда отвечаю: надо пройти комплексное обследование, узнать, где проблема. Обязательно сдать гормональный фон. Может быть, ваш уровень тестостерона на таких минимальных значениях, что мы уже никак вот обычным способом не сможем его повысить. Да? Опять же, требуется время. Требуется плодотворная работа. Если мы говорим про снижение либидо, здесь нужно и рассматривать и психологический фактор. Сегодня обязательно выложу видео на тему, как вообще самооценка влияет на здоровье мужчины в целом. И поэтому, если у мужчины начинаются проблемы, обязательно этот фактор мы тоже должны учитывать, потому что психологическая импотенция существует, ее достаточно много, и этой теме я тоже посвятила много видео, много статей, поэтому обязательно смотрите, делитесь вашим мнением и помните, что мужская мощь на страже вашего здоровья. Ссылка первая в описании под этим видео, заказывайте, пробуйте, ощущайте эффект, будьте здоровы и счастливы!